Снова Спартак со мячом начинает свою очередную атаку. Лайкин, Пилипенко. Хотел проскочить между двух соперников. Снова Пилипенко. Здорово, как пас отдал пяткой. Шитов! Мимо ворот. Шитов и подаст мяч с левого фланга. Атаки. Проскочил себе Сафарян. Удар. Гол! Арган Сафарян! Подхватил мяч на дальние штанги после подачи с угла поля Влада Шитова. Халявицкий Демид. Голкипер Строгино. Выбивает он не очень далеко. Но точно. Прямо на ногу своим. Которые, в свою очередь, теряют мяч. И пас хороший. Макс Ермаков. Удар. 2-0. 2-0. Максим Ермаков. 46-я минута встречи. Здорово. Шитов нашел его передачей. Вывел немножко под углом. Но, можно сказать, один на один. Да, не по центру, под углом. И Шитову тот делал навес на Влада Шитова. И снесло мяч, и сносило прямо в ворота. Сейчас кто будет первый на мяче? Ох, как здорово! 3-0! Вот это да! Последовал пас на Влада Шитова. Выскочил из ворот Халявицкий. Сыграл этот мяч, но видя, что выкатывается за пределы штрафной, отпустил его, не стал фиксировать. Но Гафурьянов там борется со спартаковцами, откидывает мяч на Жигу. И неточная передача Максима Лайкина позволяет Фоле Строгино перехватить мяч, но тут же они утеряют. И Миша Пилипенко входит в штрафную. Удар. 4-0. Михаил Пилипенко великолепным ударом подхватил мяч метрах, наверное, в 40 от ворот. Прошел вперед, сместился в центр и с линии штрафной нанес неотразимый удар.